Российская сторона препятствует встрече украинского омбудсмена с политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом сообщила Людмила Денисова, которая сегодня пыталась посетить узника. По ее словам, в последний раз с украинским режиссером она общалась в 10-х числах июня, после чего связь прервалась. Как утверждает Денисова, российские чиновники свои обязательства не выполняют, вопреки всем договоренностям. Доступ к Сенцову, который содержится в колонии «Белый медведь», ограничили. Официальная причина, названная российским омбудсменом, наличие у Денисовой украинского гражданства. Никто не намерен выполнять никакие договоренности, не те высокие гарантии, которые были даны, чтобы просто беспрешкодного доступа до всех политвязней. Сегодня мы так само и не знаем, что зараз відбувається с Олегом Сенцовым. Вы побачили, ну как это может быть?